ты видишь его? Конечно. Это очень интересно. Так, пришел в пузатую хату, заказал вот такую вот фигню. Лазанью, салатик, борщик и помпушечка. Заплатил 93 рубля. И вот второй вариант. Сколько ты заплатил? За вареники и блины 68 или кофе 23 гривен, капучино. Все. Красиво жить не забудешь. Всем спасибо, всем пока.